Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Карантин». К сожалению, мы все находимся на карантине, я думаю, большинство мира. Так что, вот такие вот дела. Мечты окутал иней, их заморозил он. Весь мир на карантине, он вирусом окружен. А раньше мы гуляли свободно по земле, проблем совсем не знали. Жить было веселей на целом белом свете. Я вовсе не один. Надеюсь, завершится однажды карантин. Желаю вам скорейшего завершения этой эпидемии. Очень надеюсь, что мы скоро вернемся к нормальной жизни, потому что я лично уже выдержать не могу. Спасибо.